Партнер проекта – ресторан, бар, театр «Данилин». Идеальное сочетание для отличного отдыха. Добрый день. Как нас подталкивают к тому, чтобы покупать товары дороже, чем те, что на самом деле нам нужны? Издательство «Манн, Иванов и Фербер» составило перечень самых действенных уловок маркетологов. Уловка первая. Упаковка товара влияет на ваш выбор. Если она содержит дополнительную ценность, например, сигнализирует нам, что с ее помощью можно перезарядиться и быть готовым к активным действиям, ее выберут большее количество покупателей. Уловка вторая. Люди выше оценивают те продукты, над которыми они поработали сами. Они инвестируют в них свой труд. Именно эту нишу заняли магазины IKEA и все остальные, работающие в формате «сделай сам». Уловка третья. Увеличение объемов продаж за счет того, что мы потребляем больше, чем нужно. В компании Colgate Palmolive, крупнейшей в мире производителе зубной пасты, проводилось совещание на тему «Как ускорить потребление зубной пасты». Предлагались разные идеи, а победителем стал технолог, который предложил сделать дырку в тюбике больше, а пасту менее густой, что без труда позволит выдавливать из тюбика больше. Это правило денег.